Привет, Good Game. Мы начинаем новый выпуск дайджеста, уже второй по счету официальный и третий, если считать, пилотным выпуском. Учли некоторые ваши пожелания и претензии. С вами сегодня Неонавт, редактор по Старкрафту и Варкрафту Изард, редактор по дисциплине Лига Легенд Черника, редактор по дисциплине Overwatch Last Kiss God и редактор по Dota 2 Айрунг. Давайте поздороваемся. Всем привет. Привет, бобры. Привет, привет, привет. Всем привет, ребята. Добрый день, доброго времени, уважаемые слушатели. По традиции начнем с Варкрафта. Слово Сергею Изарду, как его назвали, буйным. В эфире буйный, но я сегодня не ору в микрофон, если спокойный. Вот. Главная новость по Варкрафту, это, конечно же, Гера Кап, юбилейный 100-й Гера Кап, призовой фонд которого общими стараниями самого Геры и стараниями сообщества превысил 300 тысяч рублей. Аплодисменты. Браво. Да. Ну, на самом деле нужно отметить, что собрали прям вот очень-очень-очень серьезную сумму. При этом нужно отметить, что примерно 1000, наверное, евро, во всяком случае более 60 тысяч рублей собрали Back to Warcraft на своих стримах за счет доната. Да, то есть 60 слишком тысяч это пожертвование европейского Warcraft 3 сообщества. Еще примерно столько же, скажем так, насобирало русское сообщество, русскоязычное, если не считать Русбрейна, потому что Русбрейн сделал просто замечательную вещь. После того, как стало известно, что все-таки насобирали заветные 200 тысяч, Русбрейн пожертвовал еще 100 тысяч рублей в призовой фонд. Вот. И таким образом призовой фонд юбилейного Геракапа на данный момент составляет более чем 300 тысяч рублей. И это замечательно. И самое главное, что очень вовремя это все произошло. Как раз, наверное, сейчас решалась дальнейшая судьба, не побоюсь сказать, Варкрафта. Все-таки Гера Кап уже стал довольно такой традиционной площадкой и для европейцев, и для наших игроков, своеобразной школой, где постоянно идут тренировки, матчи какие-то к крупным турнирам. И, конечно, если бы вдруг это все прекратилось, это было бы не очень хорошо. Это было бы, конечно, печально. Это было бы, конечно, печально. Вот. Ну, в принципе, по Гера Капу здесь, наверное, я больше ничего не добавлю. Это главное. Это главное. Будет юбилейный Гера Кап с огромнейшим призовым фондом. Будет еще целый сезон Гера Капов стандартных. И это просто прекрасно. Вот. Помимо этого, в СНГ появился еще один такой вот вечерний турнир, который называется Ляудакан. Ляуда — это, как и в случае с Геракапом, это имя главного спонсора, никнейм точнее, главного спонсора, который вот начал выделять деньги на вечерние турниры. Первый из них прошел в пятницу вечером внезапно. Призовой фонд составил 10 тысяч рублей, 7 тысяч за первое место и 3 тысячи за второе место. Основное отличие это от Геракапов это то, что эти турниры предназначены непосредственно для игроков из СНГ. Такое вот интересное решение. Ну и, как многие отметили, на фоне такого вот изобилия, Ляудакап, Геракап юбилейный, простые Геракапы, даже Соник не выдержал и вернулся, так сказать, на Good Game. Простил обиду, нанесенную ему смертельную, и снова, значит, принялся играть на местных турнирах. Вот такие вот дела. Неужели он простил, а не просто почуял запах... больших денег, больших долларов.
Не знаю, верю в гуманитарную, так сказать, гуманитарное начало в человеке. Вот. Думаю, что это все исключительно из любви к игре, конечно же. Конечно же. Конечно же. Сомневаемся. Вот. Это, наверное, основные события по СНГ. А, нет, вот еще. Помимо этого, вчера должен был пройти Team Cup, турнир для команд 2 на 2. Но здесь, в принципе, пока что какими-то конкретными новостями порадовать не получится, потому что из-за технических проблем турнир перенесли на 4 марта. Проблемы были связаны с тем, что лагала Warcraft Arena, и поэтому, ну, невозможно было играть. Далее, раз мы затронули как раз тему командных игр, то стоит обратить внимание на то, что вообще вот эта вот вся тема с каким-то, как сказать, не тем, как его назвал Граби в своем интервью, хардкорным один на один, начинает развиваться, то есть проявляется какой-то интерес к играм нестандартных форматов. 2 на 2, каждый сам за себя, матчи со случайными героями, с ограничением на каких-то юнитов и так далее, так далее, так далее. Логичным тому подтверждением, наверное, является тот факт, что еще один турнир, вот специально для команд 2 на 2, команд из двух игроков, появился в Китае. Будет он называться Warcraft 3 Double Cup, оригинальное название, и будет проходить раз в месяц. При этом призовые составят, по-моему, примерно около $500 общей сложности. Первый турнир будет 3 марта, и за первое место выигравшая команда получит $365. За второе место 146, и за третье $73. Такой вот и интересный турнирчик. Уже известно, конечно, кто будет принимать участие? Нет, пока что этого я не нашел такой информации, но учитывая, думаю, конечно, скорее всего, китайцы, тем более, когда он будет на NetEase, но не исключаю, что кто-то из СНГ игроков тоже примет в нем участие. Ну, потому что, опять же, интересно и контент, и так далее, и тому подобное. Вот. И $500. И в конце концов. В конце концов, да, вспоминая Соника. Любовь к игре, $500. Все-таки. Ну и последняя, наверное, новость, касающаяся Варкрафта. Прошел еще один турнир, корейский турнир InCup 51, это тоже вот такой однодневный турнирчик небольшой, но чем он примечателен, конкретно вот этот, это был уже 51-й турнир этой серии, он примечателен тем, что на нем сыграл такой вот известный игрок за орков, как Ху. Он какое-то время уже стримит, по-моему, на Твиче, если я не ошибаюсь, то есть какое-то время назад вот он вернулся в Warcraft, но если мне не изменяет память, это его первое появление вот на каком-то именно соревновании, да? Принял участие в InCup 51 и занял второе место. Ну, там было не очень много игроков, наверное, около 16, может, около 20, но он по сетке обыграл достаточно сильного Сока, обыграл достаточно сильного Чемико и еще обыграл эльфа такого Фри. И в финале проиграл 2-3 Люциферу. То есть вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим Ху в каких-то более серьезных соревнованиях. Кто знает, может быть, будет играть на юбилейном Герокапе. Придет, выиграет, и будем все знать, будем все радоваться возвращению корейского профессионала. Чемпион, между прочим, eSports World Cup, не помню какого года, 2008, наверное. Старички вот. Возвращаются, да. Да, старикам здесь самое место. Недавно еще один орк возвращался в Граби. Ну, Граби, но неудачно. Да? Ну как неудачно? Он все-таки выиграл на Nostalgia Battlefield из, как он сказал, из 5 игр одну выиграл для игрока, который, ну, так катает по фану и который раз, вот я уже не помню, когда было его последнее соревнование по Warcraft 3,
сыграл на крупном турнире и занял, в конце концов, второе место, где приз там был на трех игроков, по-моему, 14 тысяч долларов или что-то типа того. Ну, блин, мне бы так неудачно играть в Warcraft. Вот. Тем более он там под конец, он, ну, ближе где-то к концу турнира, он вот выиграл, я не помню кого, но какого-то хорошего... А, TBCBM он выиграл. Достаточно сильный, на самом деле, соперник. Так что здесь все нормально. Граби молодец. Просто красавчик. И, наверное, это все, что я хотел сказать в плане Warcraft 3. Довольно немало для умирающей дисциплины. Не умирает Warcraft, не надо. Уже все, если судить даже по трендам, это не умирание, это, не знаю, это возрождение, это хотя бы стабильная кома. Вот опять ты становишься буйным изортом. Да ладно, что такое? Просто удар, понимаешь, прямо в сердце кольнули. Это же Warcraft, ты что? Я не могу, это как первая киберспортивная любовь. Это как киберспорт... как же мы любим поширять трупиков? Это как киберспортивная мать моя, понимаешь? Это нельзя, вот, нельзя просто про Warcraft говорить, что он... Warcraft — это всегда. Даже если не будет ни одного турнира по Warcraft, то он будет жить в наших сердцах. Так что, вот. Аминь. Теперь, наверное, перейдем к самой хорошо себя чувствующей дисциплине в современном киберспорте. Это Лига Легенд. Редактор Черника нас сейчас познакомит с последними новостями. Последних новостей не так уж много, потому что в связи с проведением чемпионата ЕМ все лиги киберспортивные региональные были зафрижены, так скажем, до марта. Так что на этот счет я ничего вам не могу сказать. А касательно ЕМа, наша команда М19 не смогла выйти из группы. Сначала проиграла она в первом раунде Rocks Tigers, той самой команде, которую не раз заставляла понервничать на чемпионате мира, но так как у Rocks Tigers, во-первых, обновленный состав, во-вторых, это все-таки корейская команда, а уровень там повыше, то, ну, не получилось. В второй раз она уже играла за третье место с Hong Kong Esports, Best of 3, и проиграла две игры сразу. Вот, это уже тайваньская команда, одна из, скажем так, худших, но, опять же, регион другого уровня, плюс там, что в Корее, что в Тайване сейчас все очень нестабильно, то есть команды топ-тира могут легко проигрывать командам лоу-тира, и там вообще творится жуткая катавасия, так что не будем винить М19, просто не хватило сил, а вот они собрались, все остальные. Сейчас на ЕМе 20, до 28-го он проходит. Плей-оффы сейчас будут играть команды из Европы. Это H2K, G2 и команда Тайваня Flash Wolves и как раз Rocks Tigers. Вот, кому интересно, обязательно посмотрите. Думаю, будут действительно любопытные игры. По плану киберспорта это все, а вот в самой игре происходят опять довольно интересные изменения. Во-первых, добавлен режим Урфа, самый любимый режим всех призывателей, абсолютно рандомный ультраразрушительный формат. Он фановый режим, будет доступен до 28 числа и с 3 марта по 6 марта. Вот. Думаю, я даже сейчас после дайджеста пойду поиграю. А вторая замечательная новость, в кавычках, это обновленный клиент. Все знают то, что сейчас проходит бета нового клиента. Все желающие могут его попробовать на добровольной основе, но в скором времени определенное число рандомных игроков из России и Океании будут выбраны для полного перехода на новый клиент. У них все еще будет возможность запустить старый первое время, но все-таки
То есть те, кто изначально не хотел играть и пробовать этот клиент, будут вынуждены все-таки его хотя бы увидеть. Также латиноамериканские сервера будут полностью переведены, тоже сначала с возможностью перехода на старый. Вот. Во втором этапе, если все пройдет хорошо, все эти три региона переходят уже без возможности перехода на старый клиент. И я, если честно, не очень понимаю, почему они так торопятся, потому что в клиенте очень много багов. Сам клиент жрет намного больше, чем старый, и для некоторых людей, у кого более слабые компьютеры и ноутбуки, это действительно проблема. Плюс там действительно нет хорошего функционала, который был в старом. Да, там есть реплеи, да, там можно просматривать эти реплеи прямо из клиента, это удобно, это здорово, плюс их можно скачивать, есть функционал тренировок, но он, в принципе, тоже добавлен на старый, насколько я знаю. Но при этом он лагает. Некоторые страницы типа магазина или профиля могут очень долго открываться или не открываться вовсе. И таких проблем очень много, их перечислять можно бесконечно. Но вот они все равно решили, что будут изменять, видимо, по ходу перехода на постоянную версию. Не знаю, как это будет, но, если честно, я не особо этим довольна. А почему СНГ-регионы первые, а не другие? В чем тайна или ну, в чем кроется? Как сказали сами Riot, потому что эти регионы положительнее всех отреагировали на новый клиент. Никаких цифр они не приводят, но... Как я понимаю, положительный фидбэк и более радостно встретили, так и решили запустить там, так? Ну, типа того. Понятно. Ну, не более радостно встретили, а процент радующихся был выше, чем у остальных регионов. Логичнее так сказать и правильнее. Вот. То есть все, кто играют на нашем сервере, будьте внимательны и готовьтесь. Потому что вас ждут лаги и баги и все в этом прочем, и не расстраивайтесь. Вот, собственно, пожалуй, это все новости. А ты сама уже попробовала этот новый клиент? Да, я сижу на нем, и честно, ну он... Да, он удобный, плюс я им пользуюсь, потому что там есть эти чертовы реплеи. Вот, но реально вот открываешь страницу, и она висит. Или какие-то иконки не отображаются, просто черный экран. Очень много всего. Угу. Причем это может случиться не только, когда ты просто ползаешь по клиенту, там просматривая свой профиль и профиль других игроков, а даже в момент пиков банов в ранговой очереди. То есть ты должен банить, а ты не можешь, потому что у тебя нет кнопок. Это просто дико вымораживает и бесит. Это происходит не так уж часто, но если это происходит, это выбивает напрочь из колеи. Да, это уже проблема. Плюс, это если происходит в ранговой очереди, человек, ну, если он не успеет нажать, пикнуть, и, или он просто тупо не загрузится в игру, он потеряет элла, ММР и так далее. То есть это уже действительно проблема может быть серьезная, а не просто какая-то там минутная слабость клиента, которая никому ничего не принесет плохого. Понятненько. А, так, на этом, в принципе, все по лике. Теперь перейдем к Overwatch, Last Kiss of God. Кстати, откуда пошел твой никнейм, можешь рассказать? Всем привет еще раз. Да, в особой истории, наверное, нет. Просто мне нравилась песня от группы финской Ord, Last Kiss Goodbye. И я решил сократить, так хотел... Ну, не то чтобы оригинальный, просто мне понравилось сокращение само Last Kiss God. Угу. Так что как-то так. Но я не такой человек, который меняет... постоянно никнеймы, у меня их, наверное, только 3 или 4, которые просто по привязке к некоторым играм использую. Как-то так, вкратце. Угу. Красивый никнейм. Да. Так, еще раз привет, значит, перейдем мы к Overwatch. Неделя была неплохая, было несколько интересных переходов, то бишь новеньких дисбандов, так сказать, уходов игроков, приходов, плюс было анонсировано несколько интересных турниров относительно крупных. Ну и под конец можно чуть-чуть поговорить или сказать пару слов о грядущей лиге. Что касается самих переходов, уходов игроков, первый у меня так на ум приходит неплохой датский коллектив Mans Give Me Nano Boost.
перешел в датскую организацию мультигейминговую Team Singularity. Парни были примечательны тем, что они неплохо выступали в онлайне, фармили, так сказать, сленгово Go for Cup, то бишь там 5-е, 6-е, 3-е, 4-е место, какие-то местные турнирчики, да, там, ну, на 10-20 долларов, что-то вроде этого, или турниры беспризовые с неплохими участниками. Да, там не супер тир-2 команды, да, такие как Team Dignitas, там, X-Rox и прочие, Chavs, но все же, как бы, с чего-то нужно начинать. Вот. То бишь, у них есть все, что им нужно, если они, например, будут нуждаться в поездке на какой-нибудь ван, все им предоставится. Особых достижений у них как таковых нет, но вот на более крупных турнирах или хотя бы победы на Go Four Cup'ах, они там все время до 6-7 места доходили, но все же. Что у нас далее? Американская организация Team Liquid лишается Минстрела. Это интересненькая такая тема. Team Liquid были одним из первых, которые вошли в воды соревновательного Overwatch. Там, по-моему, после Cloud9 или как-то так. После, разница была месяц-два. Первым, по-моему, были Envious, потом как раз-таки Cloud9, а после Liquid подписывали себе состав. Состав очень крутой. Там играет бывший Quaker Rafa, например, играет бывший кейсер AZK. Вот, и, по-моему, он пришел или круто очень выступал в 1.6, если что, меня народ поправит, или вы поправите, если кто помнит. На бумаге состав очень крутой, индивидуальные скиллы и прочее очень хорошие у ребят, но у них не клеится командная игра, так как за все время существования они не выиграли ни единственного турнира в плане крупного большого онлайна или хотя бы где-то дойти до топ-4, топ-5 условно на каком-то крупном лан-финале или лан-ивенте. Вот. Они попрощались недавно с Минстрелом, хорошим саппортом, шотколлером, который как раз-таки... Я вот не знаю, если это такой вот троллинг, да, или просто, или если эта дисциплина как бы существует и развивается, он, по сути, он потерял мотивацию, плюс, насколько понимаю, у них было не все хорошо, так как вы играете 3-4 месяца, и не можете занять первое-второе место вообще нигде, ни на каком онлайне, ни в Европе, ни в Америке, это очень на вас давит. И парень решил уйти. По его словах, он очень рад был представлять интерес организации, но он полностью и целиком посвятит себе новой дисциплине, которую он считает перспективной. Игра называется Stardew Valley. Первый раз, если честно, вообще об этом слышу. Насколько видел, это какой-то 2D-экшен или адвентюра, или адвенчур, что-то вроде этого, или как платформер, даже не знаю, что сказать. И вот я сам в раздумьях, если это был троллинг насчет киберспортивной дисциплины или нет. Ну да, это, ну, скорее всего, он потроллил. Скорее всего, да, так пошутил. Ну так странно было, что еще в официальном анонсе так интересно выглядело. Так вот, то бишь он ушел, я знаю, или трояутился, то бишь пытался попасть в Cypher, наш квакер, белорус. Играл несколько турниров под эгидой Liquid. Плюс тренировался, но, насколько знаю, там не пошло. Плюс тоже еще нужно привыкать, нужно менять режим, то бишь, если в Европе соревновательная сцена там, ну, до часу, до двух по сету максимум, да, то есть играет где-то так, потом каждый уже спать начинает идти или там по своим делам, то как раз таки американцы, они начинают с 11-10 по сету и там до утра, до 8-9, ну, то у них, я вот все время путался, это сет, ЭСТ время, то бишь они ночью играют. Так вот, он трояутился. Ну, сколько знаю, они что-то выигрывали в кланварах, показывали себя относительно неплохо, но официальные игры не пошли. Мискоммуникейшн или плохое взаимопонимание, не знаю. Не будем углубляться в это. Играет сейчас там Луи, новый ДПС-игрок. Неплохой пацан, насколько знаю. Топ 50, 60 или 70 в Америке по ММРу. Там у него 4500, 4600, где-то так. Как вот, ты пытается с ним назвал играть. Его еще раз? Это Луи. А. Ну окей. Вот, мне просто плохо выразился. Луи. Луи. Это так и никнейм. Как так, Луи.
Ну, я произношу Луи. Наверное, можно чуть по-другому. Что, пардон, если что. Так вот, с ним они играют, тоже вроде, ну, ничего особо не получается. И по тем играм, которые я видел в онлайне, на парочке турниров, в частности на Карбоне, онлайновом турнире для американских команд на 5-6 тысяч долларов, там, ну, то, что с Сайфером было, то же самое было с этим Луи. Наверное, просто плюс в том, что он англоговорящий, да, то есть он сам американец или канадец, точно не помню, а Сайферу с этим тяжело. Как-то так вкратце по Liquid. Очень жалко состав, жалко парней, но с другой стороны, они, как сказать, просто есть огромное количество новых игроков, которые поперло, если так уж выражаться со старта Overwatch и так далее, играет, имеет хороший рейтинг, и можно пытаться добирать оттуда. Но, как по мне, если у них ничего не получится, то они могут дисбандиться. Ну, сейчас они пытаются экспериментировать по ролях, там Рафа пересел на саппорта, ID играет более флексовый, то есть помимо DPS героев он играет и на флекс-героях, и так далее пытается. Но, как по мне, я бы потихоньку или менял пол состава, или отказывался, потому что, ну, блин, полгода вы ничего не можете выиграть, тем более сидите в топовой американской организации, когда есть огромное количество голодных новых игроков, это не круто. Как-то так по Liquid. Далее тоже интересная новость. Американская команда Rogue как раз таки дополнила свой состав, подписала 6-го игрока Нико, француза, бывший игрок Melty, Esports и Bonjour. Теперь у Rogue полностью и целиком национальный состав, 6 французов. Сейчас они находятся на буткемпе в Лас-Вегасе. Они как раз таки туда и переехали, потому что они, во-первых, не играли очень долго, так как искали игрока, тестили. Во-вторых, по словам капитана команды AKM, то он говорит так, просто в Европе нет сейчас на данный момент смысла, потому что очень мало турниров. Команды как бы крутые есть, но вы, какой смысл вам участвовать как топовой тир-1 команде на турнире за 600-700 долларов, если вы можете переехать в Америку и на том же самом онлайн-турнире играть там за 10, за 20, за 30 тысяч долларов. И плюс, если вы себя показываете неплохо в американском регионе, вы потом автоматически можете получить квоту в корейский регион, в частности на проходящие сезоны Apex. Как-то так. Сейчас вот второй сезон проходит, и у вас есть шанс, у вас есть перспективы, у вас есть рост куда-то. Они подписали, собственно, Ника. Ранее в Мельте и Бонжурах он играл на позиции ДПС. В Роук он пришел на позицию флекс. Он будет брать иногда саппорты, но не шотколющие саппорты, а более саппорты с дамагом. Это такие, как Анна Мария, это Знята и прочее. На данный момент в команде он играет на позиции ДПС, так как, судя по вчерашним играм, они миксуются. Кнокс пересел на танка. Тоже интересная история, когда Кнокс играл еще в бородатых временах за Gamers 2 на позиции танка с Штоберном в составе. За ними закрепилась такая дурная репутация. Они очень сильно... В то время они попросили огромное количество денег после выхода ЗБТ, ну, месяц или два прошел после выхода, если не ошибаюсь, 26-го, когда выходил как раз ЗБТ, попросили около, даже не 1500, там было, по моей информации, чуть больше, около 2000 евро каждому, на что Ацелот сказал нет. Но они, собственно, попрощались, каждый разбежались. И подпортилось впечатление у Gamers 2, как организации, которые, если и будут брать состав, то очень с натяжкой будут вспоминать вот это пятно, то, что было раньше, что команды хотят много, не играют вместе, постоянно миксуются и так далее. Ну, печально. Вот. Что еще сказать? По играм, ну, все было круто. Они вчера обыграли всех соперников на турнире от Alienware. Месячные финалы показали себя хорошо. Как раз таки Нико играл на ДПСах, в частности, на хитсканах, на Гензи. Пересел обратно на танка. У остальных роли так и особо не изменились. АКМ ДПС, Винс Флекс, Анкоа Саппорт и Сун ДПС. Иногда просто вот как раз таки этот Флекс Винс, иногда он берет в помощь какой-нибудь саппорт, но это по сути и входит
в его роль, как флекса. Состав очень крутой, состав претендует на топ-3 мира, я бы так сказал. Они очень скилловые, хорошо играют, и судя по вчерашним играм, у них тимплей на высоте, с учетом того, что они не играли совместно с Ником долго, то бишь они играют где-то недельку-полтора, это дорогого стоит. Вот. Из переходов, уходов, из новостей в этом плане, по-моему, все. Есть несколько новостей по турнирам. В Европе анонсирован второй сезон Strife Wire Monthly. Первый сезон был интересным, но единственный минус, наверное, призовые 500 евро. Но, увы, в Европе ничего больше особо и не происходит, вот, то бишь и не играется. Анонсирован второй сезон, опять те же 500 евро. Будет там участвовать наша единственная СНГ-команда X-Rox. В обновленном составе у них ушел Enlair, у них ушел Tao, крутой флекс-игрок питерский, который тестился в комплексити. По моим данным, он там еще, ему как раз еще остается недельку доиграть, неплохо себя показывал, относительно недурно. И по его словам, он очень хочет сильно в Америку, потому что там и конкуренция чуть-чуть поменьше, и у вас есть шанс засветиться. Более радостная новость, были анонсированы два турнира. Первый от Alienware, который, собственно, начался свои игры, это Alienware Overwatch Monthly Melee, $10,000, топовые коллективы, американские, крутая заруба. Ну и Gamers Assembly, интересный французский план на 6000 евро, второй сезон, первый сезон выиграли Melty Esports, будут некоторые инвайты и будет боёк, то бишь квалификация. Кто хочет, приезжает, берет свой компьютер и участвует в турнире, как-то так. И ну и последний, наверное, из турниров таких вот крупных, это был для многих нежданчик, анонс Overwatch Premier Series, китайского турнира на $600,000, очень круто. Весенний сезон лиги будет начинаться 26 марта, крутой огромный призовой на $600,000, 10 команд, 8 из которых пройдут в плей-офф, и будет там нереальная заруба. Интересные требования к игрокам, помимо того, что вы должны проживать, соответственно, в Китае, это китайский турнир, что жаль, конечно, нам, европейцам, американцам, корейцам, наверное. И возраст, помимо возраста от 16 лет, это стандартное правило, минимум 4000 очков рейтинга, то бишь все команды, все игроки должны иметь минимум грандмастера, 4000 очков. Если у вас крутая команда, но у некоторого, у одного или двух игроков есть там 3900, 3800, даже ниже, вы не сможете принять участие. Вот такие вот пироги. Но сам факт появления такого крупного турнира очень радует. $600,000 это круто. Жалко, правда, что для китайцев, но все же. Я так понимаю, что этот турнир — это часть того самого большого турнира от Blizzard, или это отдельный турнир? Это отдельный турнир. Это китайцы сделали аналог корейского турнира Apex, где сейчас вот в разгаре как раз таки вот второй сезон. Есть приглашенные команды, есть огромное количество местных команд, крутой призовой фонд. Как раз таки вот в Корее он составляет около $300,000. Китайцы просто сделали чуть-чуть по-своему, они ограничили на своих, собственно, игроков и представителей. Ну и сделали интересное правило, то бишь с этим рейтингом, чтобы каждый игрок, каждая команда имела как минимум 4000 очков рейтинга. Вот как-то так. Что как бы с одной стороны круто, с другой стороны нет, потому что есть игроки, которые, например, не играют столько много ММРа, матчмейкинга, и барахтается, если уж так называть, около 4000, но вот в Китае, например, не могут побороться, не могут участвовать в турнире. Ну и вот парочка последних новостей, в частности, первое — это Джефф Каплан представил потенциального нового героя Overwatch. Огромное количество слухов, там и про перчатки Думфиста, и про юную ученую из Мумбани, девчонку Эфи, если не ошибаюсь, так ее зовут. Вот. Что нам известно? Известно нам один факт. Это будет танк, потому что саппортов добавляли ДПС игроков, чего только не добавляли, но танков так и не добавили. То бишь на очереди именно танк-герой.
что это будет, никто не знает. Кто-то говорит, что это будет гибридное, что-то Дива плюс Заря, что-то вот такое, или там Винстон плюс Заря, или Рейнхард плюс что-то, чтобы... Оно должно быть танковое, должно наносить или урон, или хорошо этот урон впитывать. Что-то вроде этого будет экспериментировать, будет пытаться сделать Blizzard. А по Reddit, по интернету бродит огромное количество слухов. То бишь, то ли Doomfist будет, то ли огромный четырехногий робот под управлением этой девчонки Эфи. Тут какой-то вот паук по имени Анчора, робопаук женского пола, родом из Нумбани. И все такое. Точно никто ничего не знает. Кстати, недавно ведь на картах, там, где перевозили Doomfist перчатку, ее украли на табло, на аэровокзале изменились в рейсы, и там тоже какие-то следы ограбления. Довольно интересно они так делают, подводят к чему-то, при этом говорят, что это не Doomfist, но как бы сами делают все, чтобы на эту мысль толкнуть. Да, соглашусь, ты прав. Ну, блин. Как сказал наш редактор Симайстер, близы ведут себя как родители на Новый год. Сын узнал, что ему подарят, а типа он уже этот подарок видел, а родители говорят, нет, это не то, что ты думал, а потом ударят именно то, что он уже видел. Ну, как это из Blizzard на самом деле. Ну, у них очень крутые маркетологи, пиар-менеджеры, пиарщики. Они раздувают хайп, с одной стороны, это очень круто, потому что игра всегда на слуху, с другой стороны, ну, как-то странно, что ли. Радует одно, что этих героев добавляют, и мне в частности очень нравится темп добавления. Это не каждую там неделю, месяц, да? Это там каждый относительно 3-4 месяца добавляется какой-то герой и так далее. У близов есть плюс-минус свой темп, которого они придерживаются, и вот так вот постоянно добавляют, что норм, потому что ты успеваешь привыкнуть к новому герою, успеваешь его потестить, успеваешь его как-то внедрить в свои игры, если идет разговор, в частности, о профессиональных игроках, да, это очень круто. Ну и, соответственно, даже сами игроки, будь это PUB, нормальцы, да, или какой-то MMR, они успевают потестить, они успевают написать какой-то фидбэк, баги и прочее. Мне это нравится. Определенно нравится темп добавления героев. Uh-huh. Вот. Ну и последняя новость по Overwatch, я бы так вот... Немножко напоследок поляляков рассказал пару слов. Это Overwatch Лига. Blizzard анонсировали на BlizzCon 2016 года огромную лигу. Overwatch был крутой тизер. Многие игроки до сих пор рофлят, потому что там показывали никнейм игрока Crusher99, который идет. Вот если помните, вот от SK Gaming или от ESL была такая интересная реклама. По старику, как человек садится, играет, потом получает контракт и прочее, идет, растет. Что-то вроде этого показали как раз такие близы, но просто вот сообщество рофлит самого никнейма Crusher99, и даже в нормальных играх, да, в простых, не рейтинговых, можно увидеть много Crusher'ов 91, 97, 2000, то бишь народ с этого рофлит. Что касается самой лиги, что мы сейчас на данный момент знаем? Она запустится, скорее всего, в 2018, как раз таки, году она будет стартовать, первый сезон. Все до этого, то бишь вот этот год, 2017, это будут подготовки, будут по чуть-чуть рассказывать, показывать, предоставлять информацию публике, народу. Что нам известно? Ну, на самом деле, Blizzard хотят что-то наподобие NBA, NHL или вот такую вот систему с драфтами, с командами, с одной большой лигой, может потом будет вторая лига для менее скилловых команд, да. Ну, вот как аналог могу сказать в Riot и в частности их LCS, да, то бишь у вас есть LCS, потом есть вот этот Challenger, команды, которые играют Challenger, могут, собственно, если пройдут, попасть в этот LCS, такой вот шанс есть. Будут слоты, о слотах вот тоже уходят мифы, легенды, если они будут закреплены за командами, если они будут дорого стоить, и как их вообще Blizzard будет раздавать. По информации, когда я вот общался с командами, с игроками, в частности, из СНГ региона,
интересен тот факт, что некоторые говорят, что слоты будут покупаться, и слоты будут очень дорогие. Это не будет стоить 10-15 тысяч долларов, а все это склоняется к миллионным суммам. Правда ли это или нет, никто не знает, но точно одно. Будут слоты и будут как-то в Blizzard с ними работать. Вот, что нам еще известно, соответственно, по самой лиге. Там разбито по регионам, будет Европа, будет Америка, будет Азия. Примечателен тот факт, что нет СНГ региона. Не знаю, с чем это связано, хотя я понимаю, что там игроков очень мало. Но вот прям вот так вот, чтобы откинуть этот регион или... не знаю. Вот. И, соответственно, из них будут набираться команды, которые будут участвовать в этой престижной лиге. А как, что, когда это будет рассказываться в 2017 году, не знаю, что-то может расскажет весной, что-то летом, что-то зимой и так далее. Но слухов много, но и сами близы молчат, особо ничего не говорят. Что тоже интересный факт, будут формироваться помимо профессиональных команд и геймеров, да, будут формироваться, как вот выразиться, будет драфт-система. То бишь те игроки, которые играют очень хорошо в рейтинговых играх, и, например, имеют Grandmaster или входят в топ-500, они получат возможность подрафтиться. То бишь будут выбираться игроки, будут смотреться на их игры, и если игрок прошел этот драфт, он получает контракт, он получает денежку, и Blizzard его будет поддерживать. Это очень круто, потому что это очередной стимул для того, чтобы играть рейтинговые матчи и постепенно апаться, подниматься, чтобы вот попробовать в какой-то команде сыграть или чтобы вас надрафтили. Ну, как я говорил, 5 регионов, будет несколько регионов, в частности их 5: Европа, Америка, Китай, Корея, Азия и Океания. Обидно за СНГ, но что поделать, мы не любим платить за игры, выходит. И, соответственно, будут контракты с заработной платой, премиями, и все, на все это будет смотреть Blizzard, то бишь все будет в этом плане хорошо, или аналог Риота, чтобы ты будешь играть, и тебя не должен беспокоить твой контракт, если там команда с тобой порвет, его не порвет, когда только в команду пришел, или что тебя там выкинули, потому что задисбандили, дропнули, потому что ты не понравился другому игроку. Этого не должно быть. Вот как-то так. Собственно, по самой лиге. Слухов очень-очень много, но вот что именно, тяжело сказать. Потому что Blizzard очень молчаливый на этой теме. Это чем-то напоминает Valve. То есть Valve и Half-Life 3. Знаю, народ хочет продолжения, но Valve молчит или там говорит, что какой-то будет. Нет. Вот как-то так и Blizzard, типа, сказал бы лига, народ хочет что-то знать, а Blizzard будет год молчать, и там под конец что-то скажет максимум, да и все. Как-то так. Будем ждать. Да, будем ждать, увидим, какие пироги спекутся. С моей стороны, наверное, по Overwatch все. Blizzard все-таки пытаются развивать Overwatch направление, но... наверняка что-то они делают и в StarCraft'е втором. И сейчас нам об этом расскажет Сергей Изард. Прошу. Чуть попозже расскажем, что делают близы в StarCraft'е. Начнем, наверное, все-таки с событий нашей местной, так сказать, кухни. Наших местных, так скажем так, турниров. Что происходило в СНГ. Прежде всего, вчера в Одессе прошел тот самый LAN-турнир под названием Skill Open, организатором которого выступили компьютерный клуб Skill и организация StarLadder. Вот. Можно, в принципе, сказать, что турнир собрал практически всех лучших игроков Украины. Пожалуй, из таких вот хорошо известных не было... разве что Блая, который, я так думаю, уже где-то или в Польше, или на пути в Польшу. В общем, Блая не было. Вот. Также не было Димаги еще. Да, Димаги. Димаги.
даже не был, да. Мне казалось, он комментировал, но я вот не уверен. В сетке профессионалов в итоге сыграли такие игроки, как Кас, Аверс, Хеллрейзер, Минато, Вайтера, Френд, Бернинг и Зиппер де Флай. Вот. Собственно говоря, обошлось, наверное, без каких-то крупных неожиданностей, в том плане, что первое место... Сейчас, внимание, спойлеры. Если вы не смотрели и хотите где-то посмотреть записи, то промотайте немножко. Спойлеры. Поехали. Первое место занял Каз, который по ходу турнира не отдал ни одной карты. При этом, сейчас скажу, при этом в полуфинале он обыграл 2-0 Минато, и в финале верхней сетки обыграл 2-0 Аверса, и в гранд-финале, начав с преимуществом в одну карту, 3-0 одержал победу снова над Аверсом. Как по мне, так вот именно Аверс, кстати говоря, стал самым, наверное, интересным игроком этого турнира именно в плане, скажем так, сюжетном, потому что он родом из Одессы, я думаю, для него было принципиально важно хорошо выступить на этом турнире, и в результате он занял второе место, обыграв по ходу турнира Бернинга и дважды обыграв Хеллрейзера со счетом 2-1. И проиграв только Кассу. Но разница, вот, наверное, между Кассом и Аверсом, она достаточно серьезная. То есть в общей сложности он проиграл 5 карт победителю турнира. Не будем забывать, что Касс — это чемпион мира по StarCraft'у, как мы все знаем. Я даже больше скажу, он чемпион мира по киберспорту. Да. По киберспорту, поэтому не мудрено, но тем не менее. Вот, третье место занял Hellraiser, который в очередной раз порадовал своей фирменной игрой через масс-воздух протосовский. Интересный был достаточно матч во втором раунде нижней сетки Hellraiser против Вайтеры. Вот, опять же, было и интересно посмотреть за игрой Вайтеры. Не каждый день, знаете ли, такое сейчас случается. И четвертое место занял Минато. Вот. В целом могу сказать, что очень-очень хорошие, наверное, лично у меня впечатления от этого турнира. И это, по-моему, совершенно вот другое дело, нежели играть онлайн, да. То есть, вот я смотрел вчера Hellraiser против Аверса, допустим, и я вот прям переживал за игроков. Такого, когда проходят онлайн-турниры, я обычно, ну, не испытываю. То есть, даже если бы они играли за те же $500, $500 был первый приз в онлайне, то такого вот напряжения, такой вот какой-то, я не знаю, старкрафтовской радости, что ли, не было. А здесь вот прямо и сюжет такой интересный, и Аверс, который вот в своем родном городе против Hellraiser'а в мех играет и там проигрывает одну карту, потом отыгрывается, напряженнейшая финальная за выход, гранд-финал, просто в 6 бас у одного, 5 у другого. Очень-очень на самом деле получился интересный турнир, по крайней мере, ближе к концу, потому что первую часть я пропустил, работал. К вечеру только включился, но мне понравилось, было интересно и очень-очень хорошо. Я считаю, что такой вот LAN-турнир прошел. Все-таки мы соскучились по LAN-ам. Конечно, онлайн это хорошо, и часто бывает, что даже в СНГ призовые побольше, чем на этом LAN-е. Но все-таки атмосфера офлайн-турнира дает о себе знать. Да. Это безусловно. Вот, продолжим, собственно говоря, новостями СНГ региона, но уже, наверное, менее такими, не знаю, менее значимыми, аналогично значимыми, в общем, другими интересными новостями. Прошли две квалификации на СНГ лигу Starline. При этом очень интересно получилось. На первую квалификацию мы этого не ожидали, но нам пользователь с никнеймом Pample задонатил аж 5, по-моему, с половиной тысячи рублей. И получилось так, что призовой фонд первой квалификации составил, ну, почти $100. Вот, и в результате, соответственно,
принципиальность противостояния резко возросла, потому что обычно мы гнали квали там с просто с символическим призом в 500 где-то рублей, а здесь внезапно под 6 тысяч оказалось. Вот, и в финале первой квалификации сыграли Hellraiser и Браток, и победу одержал украинский Протос. То есть такая вот для него получилась, наверное, в целом хорошая неделя. Первое место на первой квалификации 6000 рублей и третье место на Skill Blind Open в Одессе плюс $200. То есть, ну, где-то так 1018 он поднялся. Приятно. Помимо этого, в Challenger 4 сезона Starline прошли такие игроки, как Браток, Аверс, уже упомянутый, Spellsinger, Cool T и Creed. То есть на данный момент очень-очень такой хороший, я бы сказал, у нас вырисовывается состав, учитывая, что в основном сезоне там уже ждут, ждут Блай, ждут Кугуар, ждут Стрэндж, в Челленджере будут играть Скиллоус, например, будет играть Френд тот же, который тоже был на Skill Open в Одессе. То есть пока что мы набираем такой очень-очень интересный прям состав, конкурентный, и это круто, это круто. Будет еще две квалификации, по результатам которых мы узнаем еще, там, наверное, около 11 игроков у нас будет. Так что пока что у нас вырисовывается очень интересный сезон Starline 4. Помимо этого, на прошлой неделе стартовал 11 сезон не ошибиться бы мне в названии, Russian RSTL. Я, к сожалению, вот что-то забыл, как полностью называется эта командная лига. Мне казалось, что это была Russian Speaking Team League, но я не уверен, потому что сейчас там играет очень много иностранцев. Как я и сказал, на прошлой неделе начался 11 сезон. Ах, ох, конечно, я ошибся. Russian StarCraft 2 Team League. Боже мой, как все банально, как все просто. 10 команд в основном дивизионе, среди них такие известные всем, наверное, любителям СНГ StarCraft'а названия, как Skate, HD Game и, ну, в принципе, и Zimba, пожалуй, за которую тоже играет, по-моему, А хотя нет, может, и не играет российских игроков, я уже немножко запутался в этом. В общем, вот, уже прошла первая неделя, завтра, то есть в понедельник, 27 февраля, будет второй игровой день. Опять же, кто соскучился по командному StarCraft'у, обязательно настраивайтесь на трансляцию, смотрите, можете увидеть большое количество наших российских игроков, достаточно крепких иностранцев, и будет интересно. Призовой фонд первого дивизиона составляет 22 тысячи рублей, если я не ошибаюсь, и второго дивизиона для команд, понятно, ниже уровнем, 7 500 рублей. А где еще можно будет в ближайшее время посмотреть на, так сказать, СНГ StarCraft'ера? А вот здесь мы и подходим к главному, наверное, событию предстоящей недели. Это Intel Extreme Masters в Катовице. Чемпионат мира по версии Intel Extreme Masters. На нем будут играть несколько игроков из СНГ, которые начнут свой путь с так называемых открытых сеток. То есть это такой, скажем, квалификационный LAN-турнир. 4 сетки по 16 игроков в каждой, Double Elimination. 3 игрока из каждой сетки выходят в групповой этап, где их уже ждут такие игроки, как Bian, Solar, Hero, Nip, TY, Alive, Zest, True, Serral, Dark, Showtime и Innovation. Ничего себе. Так, да. Может быть, и не стоит выходить эти групповые, такие сильные соперники? Стоит, боже мой. Я просто жду того дня, когда Блай прочизит уже Innovation'а, вот, чтобы знал Innovation, как тут у нас в СНГ играют в StarCraft. На самом деле,
очень-очень тяжелые сетки, даже несмотря на то, что квалификация, но всем нашим игрокам, их будет вот от нас, от СНГ региона поехало трое, это Блай, это DMC и это Арктур. Блай будет играть уже в понедельник, и у него в сетке, из которой, я напоминаю, выходит трое игроков. У него такие соперники, как Статс, и это, пожалуй, главный фаворит, Снут, который тоже, понятно, один из сильнейших европейских игроков, иностранных игроков, Харстон, который за прошедший год дважды становился чемпионом премьер-турниров, TLO, который, ну, в целом не уступает, как минимум не уступает, я думаю, Блаю в уровне, DNS, французский протас, который показывает очень хорошую игру в последнее время, и немецкий зерк Ламбо, который тоже, в принципе, я думаю, может составить Блаю очень серьезную конкуренцию. Не говоря уже про поляков, так скажем, локального какого-то уровня, которых мы, может быть, мало знаем, но в целом в Польше сильная StarCraft-сцена, поэтому здесь даже какие-то не очень известные игроки могут преподнести какие-то неприятные сюрпризы. То есть Блаю будет, конечно, пройти тяжело, будем за него болеть, желаем ему успеха, и очень хочется увидеть его в групповом этапе, но будет сложно, будет сложно. Другие представители СНГ, DMC и Arctur, будут играть свою квалификационную сетку во вторник. И им повезло, наверное, еще меньше, чем Блаю. Потому что они мало того, что попались в одну сетку друг с другом, вместе с ними в сетку попало 5 корейцев. Сразу 5 корейских игроков. Ничего конечно, себе. Да, откуда? Конечно, среди них нету Innovation и нету Бьяна, но среди них есть Бани, участник РО-16 текущего сезона GSL. Среди них есть Джакджи, с которым, кстати, DMC сыграет уже в первом раунде. Среди них есть Гумио, который тоже очень хорошо играет, у него очень интересный стиль игры. Есть Лазира, который достаточно хорошую игру показывал на онлайн-отборочных на этот турнир. И кого же я не назвал? А, есть Impact, бывший битимер из SK Telecom T1. И помимо этих 5 корейцев, с ними в сетке еще и Нерчо. То есть, ну, просто-таки очень-очень-очень сложно, опять же, будет нашим ребятам. Но будем болеть, и будет на что посмотреть, потому что, вот, как я сказал, DMC уже в первом туре будет играть против Джаджи. Очень как... Я не знаю, правда, как будет организована трансляция, покажут ли все. Очень хотелось бы, конечно, посмотреть на этот матч. Арктур в первом туре вот этой же сетки сыграет против литовского протоса КР, который занял второе место на ГГ года на турнире. Вот. Ну и помимо этого, что еще сказать? Во второй сетке, которая тоже будет играть завтра, то есть Блай играет завтра, DMC и Arctur играют... Блай играет в первой сетке завтра, а DMC и Arctur играют в третьей сетке во вторник. Помимо этого, завтра еще сыграет сетка с таким игроком, как Пили Пили, который выступает под флагом Казахстана, хотя проживает в Соединенных Штатах Америки. У него тоже непростая достаточно группа, скажем так, отборочная. У него в сетке такие игроки, как Элейзер, Дейши, Оптимус, Хиромарин, Sort of, Zanster и U-Thermal. Но мне кажется, что вот из... что у Пили-Пили как раз шансов пройти, может быть, даже побольше, пройти в групповой этап побольше, чем у Блая, и чем у DMC и у Arctur. Ну и, наконец, четвертая сетка, которая сыграет во вторник. Здесь наших игроков нет, но, опять же, высочайший уровень соревнования. Корейские игроки Patience и Rian, о котором мы поговорим чуть позже, сильный польский зерк Гуру, один из лучших европейских игроков Тидрога, один из лучших игроков Швеции Намшав,
Вот я думаю, если бы в эту сеточку... Ах, и мана, конечно же, еще. Я думаю, если бы в эту сеточку кто-нибудь из наших попал, вот был бы, наверное, самый лучший вариант. Но, увы, 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 не получилось. В общем, нас на следующей неделе ждет прям несколько дней интереснейшего StarCraft'а, вот прям глобального уровня, потому что чемпионат мира в Катовице — это тот самый глобальный турнир, которых так не хватало в прошлом году, где вместе и Корея, и весь остальной мир. Ну и помимо этого крутейший призовой фонд, $250 000 в общей сложности, 100 тысяч за первое место, и даже те игроки, которые займут места с 37 по 44, получат $600. То есть, может быть, даже если у наших парней и не получится выйти в групповой этап, может быть, $600 они все-таки поднять смогут, что тоже приятно. Но мы, конечно же, будем болеть, будем надеяться на то, что им улыбнется удача, на то, что у них пойдет игра, на то, что у них возрастет, если его не хватает, уровень игры, и они смогут выйти вот в групповой этап. Вот. Ну и раз я упомянул Риана, то, пожалуй, вернемся к такому нашему любимому всеми нами турниру, как Global StarCraft League. На этой неделе прошли четвертьфиналы GSL, и, боже мой, не то чтобы это было прям, не то чтобы результаты были прям сенсационные, но они точно не самые неожиданные. Два первых полуфинала были сыграны в среду, в них сыграли TY против SU и Innovation против Stats. Интересно то, что в определенный момент в обоих этих полуфиналах, четвертьфиналах, простите, счет был 2-0 в пользу одного из игроков. И затем тот игрок, который изначально проигрывал, отыграл три карты подряд. TY проиграл SU со счетом 2-3, а Innovation проиграл Stasu со счетом 2-3, опять же. И в каком-то плане это неожиданные результаты, потому что, например, когда мы смотрели игры Innovation, он обыграл Stasu 4-0 в финале EM Кёнгидо. Здесь он вел 2-0, в конце второй игры он даже кинул соперника мулом. Казалось, что все, Stars поплыл, ребята, Innovation в полуфинале. Но, как это частенько, наверное, с Innovation случалось, у него, наверное, достаточно вот в карьере то, что называется реверс свипов, то есть когда он ведет и потом проигрывает. Да? Упустил одну карту, упустил вторую, занервничал и проиграл третью. Ну и TY проиграл SU. На самом деле TY считался фаворитом, но никакой особой сенсации, говоря по-честному, нет, потому что интересный факт: SU никогда не проигрывал в плей-офф GSL, если не брать во внимание финал. То есть он 4 раза, если я правильно помню, выходил в финал GSL и проигрывал в финале. Но до этого он был практически непобедимым. А уже в субботу утром были сыграны следующие два полуфинала. Ну, четвертьфинала. Hero против Соса и Maru против Риана. Hero против Соса закончился победой Протоса, которого сейчас называют, в англоязычном сообществе называют кукарача, таракан, то бишь, потому что он просто отказывается умирать. Сос утром этой субботы изо всех сил отказывался умирать и так и не умер. И в результате он продлил, что ли, свою серию побед против Hero на крупных турнирах. То есть в 2014 году, если я не ошибаюсь, а может быть и раньше, SOS обыграл Hero в финале Intel Extreme Masters, вот как раз же World Championship, и забрал тогда призовой фонд в $100 000. Он обыграл его в четвертьфинале прошлого сезона GSL со счетом 3-0 и со счетом 3-2 обыграл его и в этот раз. Но настоящей сенсацией, вот прям сенсацией, стал последний четвертьфинал, в котором Maru играл против Риана. И на самом деле Риан
как я писал в превью, его вот последние крупные успехи, они связаны именно с зеркальным матчем. То есть он очень как-то хорошо в последнее время на вот серьезных турнирах отыгрывает тирановский мирор. В прошлом году он выбил из RO16 GSL Тейджа. Это был последний официальный матч Тейджа в StarCraft 2. В четвертьфинале того же турнира он почти смог обыграть Бьяна, проиграл ему 2-3. Уже в этом сезоне он обыграл таки Бьяна в групповой стадии, не дал ему выйти, обыграл 2-1. И теперь со счетом 3-1 он обыграл Мару. Тоже, опять же, этого мало кто ожидал, потому что у Мару тоже очень хороший Тиран Мирор. И на самом деле все очень было близко к тому, что игра дойдет до пятой карты, но вот в конце четвертой игры просто какой-то невероятный, гениальный, совершенный за счет грамотного позиционирования войск камбэк Риан совершил и взял-таки себе место в полуфинале. Теперь нас ждут два интереснейших полуфинала. В первом из них Су сыграет против Соса, и во втором Старс сыграет против Риана. Что интересно, Старс и Риан были в одной группе в RO32, вот как раз откуда не смог выйти Бьян. Они оба обыграли Бьяна, то есть это повторение их же, наверное, противостояния из RO32, и опять же будет очень-очень интересно. Вот. И что опять же интересно, интересный такой момент, переходим к следующей теме, как раз к тому, что сейчас Blizzard делают со StarCraft 2. Долгое время считалось, что у протосов очень плохо дела обстоят в ПВТ. Было очень много разговоров, много, ну, наверное, жалоб по этой теме, потому что по статистике сайта Aligulax процент побед протосов в ПВТ в январе составлял, ну, где-то около 44%, то есть это прям худший результат за очень долгое время вот по всем матчапам. И в результате тираны получили определенные нерфы. Прошел нерв, нет, еще не прошел, он тестируется. В общем, планируют провести нерв на тирановские минки. Получили нерв либераторы. Теперь они убивают сталкера не с двух выстрелов, а с трех, и так далее. И получилось так, что в полуфиналах GSL только один тиран. Да, и при этом Теран, от которого, наверное, меньше всего ждали, что он выйдет в полуфинал. Тогда как в этих же полуфиналах два протоса, и при всем при этом в четвертьфинале Стас убил Innovation. Такие вот дела. И помимо этого, на подходе в целом патч, и тиранов нерф. Тиранов нерф, друзья, потому что тираны получают нерф минок, чтобы они были менее эффективными против протосов. А баф. На чьей улице праздник? Праздник на улице зергов, которые получают бафы к таким юнитам, как корапторы, которые станут более подвижными, ими будет, наверное, легче кайтить, легче проводить такой вот hit and run после введенных изменений, да, то есть им меняют время отклика, ну, через которое юнит может, ну, он проводит атаку и уменьшается то время, после истечения которого он может снова принимать команды. Вот. И помимо этого, зергам бафуют гидру, планируют добавить гидре 10 хитпоинтов. Скорее всего, этот патч мы увидим уже совсем скоро, может быть, после турниров готовится как раз. Во всяком случае, сейчас он вроде бы на тестовом сервере. Вот. И, может быть, оно и действительно нужно, потому что такая вот в заключение интересная новость. На прошлой неделе Бьял, корейский хороший игрок за зергов, сначала проиграл Бьяну на Варди ТВ Open, на финалах первого сезона Варди ТВ Open, а затем проиграл Бьяну в рамках турнира Gauntlet. После чего написал в Твиттере дословно «Зерги – мусор», то есть расстроился. Может быть, вот эти вот изменения немного поднимут ему
настроение. Ах да, как же я забыл. Помимо этого, Тиранов ждет, скорее всего, ждет нерв такого замечательного юнита, как Рипер, который внезапно оказывается очень силен против зергов. То есть вот опенинг через массу риперов сейчас считается очень-очень сильным, хотя мне кажется, что его только вот разве что Бьян может исполнять прям на эффективном уровне. Хотя, может быть, я не прав, потому что не так много смотрю соревновательного StarCraft'а в последнее время. Но, судя по всему, риперов ждет какой-то нерф. Скорее всего, будут нерфить их гранатки, чтобы они не были такими эффективными. Может быть, это будет ограничение, то есть увеличение кулдауна этой способности, кто знает. Но к этому вот на данный момент идет дело. И, пожалуй, это все основные новости по StarCraft 2 на данный момент. Отлично. Хотел бы добавить, что... Хотя нет, я не буду ничего добавлять. Все добавляй! Отлично. Ты хотел про баланс поговорить, но я думаю, не стоит разжигать. Про баланс? Про баланс? Ну, я не знаю. Мне кажется, на самом деле, мне кажется, что все эти нерфы, все эти бафы сейчас не нужны. Вот, вот. Да, потому что, говорю, Reaper Opening, мне кажется, что его только Бьян может отыграть прям вот так вот хорошо. Но из-за одного Бьяна, ну не знаю, стоит ли тут нет проводить. Может быть, стоит дать время зергам что-то подумать, придумать и так далее, как-то к этому приспособиться. Да, вот примерно то же самое я и хотел сказать, что как только все примерно устаканивается, и народ вроде придумывает какую-то контру к вроде бы недавней имбе, как вдруг близы обрушивают что-то еще, какие-то новые новинки на, казалось бы, уже более-менее устоявшееся положение дел. Да. Кого, кстати, интересует эта тема, может почитать. Сегодня утром опубликовали интервью, перевод интервью с Харстомом, где он, кстати, тоже говорит про баланс. И он говорит, что вот те изменения, которые были добавлены в игру нерф либераторов, в частности, он протосом, ну, не так уж и важен. Но у Харстома, с другой стороны, конечно, свой взгляд на баланс, он как раз вот отличается, наверное, каким-то таким, особый у него взгляд, то есть все говорят, что ох, ПВТ, надо ж нерфить тиранов. Харстом говорит, да не, нормально, там, может быть, что-то в ранних стадиях надо твикнуть, ну, вот. Так что, ну, тема такая. Я бы, на самом деле, еще посмотрел, потому что, да, мне не кажется, что успехи тиранов как-то уж так зависят от баланса. Мне кажется, что это эволюция игры естественная. То есть, как сказать, необходимость порождает изобретение, что ли. Тиранам нужно придумывать какой-то способ выигрывать, они его придумывают. Протосам нужно придумывать какой-то способ выигрывать, они его придумывают. Но я, опять же, не профессиональный игрок, но мне казалось, что на вот высшем уровне игры все достаточно как-то балансно, потому что последние турниры мы видели, вспомнить тот же Nation Wars, и Скарлетт обыгрывала Innovation, и Скарлетт обыгрывала Бьяна, и Дарк прошел там, допустим, квалификацию на EM, обыграв, ух, я не помню кого, Innovation того же, да, и Innovation обыграл Су на GSL, а потом Су обыграл TY. Понятно, что Blizzard думают, ну, не только о топовом уровне, но мне кажется все-таки, что как-то что-то они частят с изменениями и очень-очень много идут на поводу у сообщества. Да. И давайте от этого извечного разговора про баланс в StarCraft'е перейдем к Dota 2, в которой все еще идет некое межсезонье и особо каких-то ярких новостей нет, но о чем поговорить мы, конечно же, найдем. Last, тебе слово. Спасибо. На самом деле там особо крутых новостей я не выявил, но подобрал лишь несколько. Первое — это официальный трансфер Эрика 747 Донга в комплексити. После ухода Михая Кенсо Антонио
он заполнил пробел, соответственно, был примерно несколько недель на испытательном сроке. И к команде он подошел, все друг другу понравились и начали играть. Молодой, перспективный, талантливый парнишка занял мид-позицию вместо Кенсо. Интересно играет, агрессивно, хороший пул чемпионов, то бишь героев. Ой, каких чемпионов? Жидотера. Так вот, Complexity сейчас находится на буткемпе. Они готовятся к пятому по счету мейджору от Valve, который гостит в Киев, Украина. Скоро-скоро будет начало. Еще, наверное, стоило бы упомянуть, за какие команды выступал 747. Многие, наверное, будут знать. И самые, наверное, крутые, популярные — это Team Archon, Root Gaming, Fire, Void Boys. Ну и несколько миксов. Капитаном в комплекте все тот же Меланс. Совместно с ему помогает его брат The Freak, то есть братья Фридманы. Посмотрим, как у них сложится ситуация, но если судя по последнему турниру, они вроде как заняли второе место на крупном онлайн-турнире. Вот название сейчас не припомню. Помню, что он был что-то наподобие капитанского мода, Captain's Mod. Вот, название с головы сейчас не припомню. Может, кто подскажет. По-моему, это было... Ай, неважно. Так, и так сойдет, как бы сказал Фиба. То бишь, они начинают вместе сыгрываться, играть. Результаты относительно неплохие. Второе место на онлайне. Пусть даже там не участвовали топовые коллективы, но все же неплохо. С учетом того, что это новенький игрок в команде. Что у нас далее? Ну, наверное, интересная тема — это киевский мажор и проблемная покупка билетов. Так как же без происшествий, тем более такой крупный турнир, СНГ, все дела. А в чем суть? Суть в том, что возник огромный ажиотаж около билетиков, собственно, на киевский мажор, так как СНГ комьюнити очень любит доту, и это знаковое событие для дотерского комьюнити в СНГ в частности, потому что такого турнира, такого размаха не было, пусть были эпицентры, старовадеры, огромные сезоны, да, если вспомнить, наверное, самые два успешные турниры за все время проведения турниров в СНГ, это эпицентр, топовый турнир, круто все сделано, сцена, игроки, приход, уход игроков, спецэффекты, поддерживающая публика и Starwader. Не помню, какой сезон, по-моему, второй. Проходил он в Минске, в Беларуси, тоже на арене. По-моему, около там 17 тысяч человек могло вместиться с вмещаемостью. И вот теперь вот наступил момент, когда пятый по счету мажор приехал в кавычках в Киев. Что случилось? Ну, были неприятные задержки, технические неполадки, регулярные падения веб-странички агентства и огромное количество других неудобств. В частности, особенно обидно за, если уж так сленгово называть, за бургов, то бишь за заграничных людишек, которые не смогли из-за этого купить билет. Насколько знаю, сейчас чуть получше с этим ситуация, но все равно неприятный осадок оставляет. Вот. Еще интересно что, то, что продажу билетов не доверили площадке, на которой будет проходить сам ивент, самому этому Национальному дворцу искусств в Украине. И поэтому был интересный комментарий одного человека, который руководил, или как руководил, был в кругу инсайдеров, которые знали что да как, но он, соответственно, мы не будем палить его имя. Они связались с Национальным дворцом искусств Украины, и организаторы сказали, что они заключали договор с агентством «Карабас», которое, собственно, должно продавать эти билетики. На сайте с утра не было электронных билетов и не будет, так как все перекуплено, скуплено, и некоторые остатки билетов остались в офлайновых кассах. И не выдавали более 4 штук в руки, что не особо круто, если вы хотите идти большой компании, вы не смогли взять более 4 штук в руки. С одной стороны, это хорошо, с другой, как бы, плохо. Сам сок, и в чем прикол,
билеты были вообще безымянные, без места проведения, без ничего. То есть вы получали какой-то кусочек бумаги, где написано был «Киевский мажор». Может быть, там было написано, ну, где это проводится, да, место проведения и все. Собственно, ни информации, ни рядов, ни именов, ничего. Был просто это сделано конкретный день. Сейчас, ну, люди были недовольны, были... Соответственно, был ажиотаж, было тяжело купить билетик, плюс были вот проблемы и на кассах, что или билетиков не было, или перекупщики понабирали всего-всего и перепродавали. То бишь сейчас эта ситуация, насколько я знаю, немножко поутихла, но все равно осадок оставил. Ну, она поутихла, потому что, собственно, билеты все кончились, а те, что остались, они у перекупщиков все еще продаются, но за большие деньги. Да. Да. Ну и насколько я знаю, вот была информация, правда, что билеты на предстоящий киевский мажор были распроданы за 20 минут. Что как бы круто, но такое себе. Ну потому что их количество было очень маленькое. 3000 по сравнению. С количеством такое. Они и хотели, и не хотели давать определенное количество билетиков. Просто. Не знаю, если это проводится в там, где проводится этот турнир, место провождения, то бишь этот национальный киевский дворец искусства, почему не продавать через него, собственно, почему нужно какую-то левую, ну не то что левую, почему просто нужно стороннюю агентуру на это брать и так далее. Не знаю, я бы на место организатора, если была возможность, я бы продавал или отдельно в кассах этого национального дворца. И, соответственно, плюс по интернету. Ну, там, на интернет я бы ограничил количество, например, на 1000, на 2, там, для буржуев или что-то вроде этого. Но всегда не круто, когда что-то отдается в кавычках левым типам. И из-за этого получается вот такие вот, собственно, происшествия, так как они могут продавать, например, на какие-то оперы, на концерты и прочее, но с этим не могут иметь, например, какого-то экспириенса. Ну, с другой стороны, нужно готовиться, потому что мероприятие наверняка большое, огромное, тем более мест немало, и должны были это учесть. Но это все довольно как-то странно, и очень мне странно. Это особенно странные разговоры о том, что это СНГ и так далее. Недавно проводилось, в прошлом году, Эпицентр, где все было сделано просто на высшем уровне, и с билетами не было такой чехарды. Хотя они продавались в разных местах, и в интернете, и на месте проведения, и это просто... Я с тобой соглашусь, но видишь ты... Организаторов. Видишь, раньше до этого тоже, там, до Эпицентра, да, но было два эталона, был Эпицентр и Минский Старладер. И, ну, до этого тоже, может, что-то было криво, что-то было неаккуратно, но все равно, как бы, даже если ты сделаешь одно-два мероприятия круто, а перед этим какие-то были недостатки, недочеты, то оно как-то смутно все это смотрится. Мне просто интересен факт, почему выбрали Украину и почему не выбрали как бы Россию, потому что большинство фанатов СНГ сообщества дотерского, они же россияне, в частности, потому что Россия же географически огромная страна, и тем более тоже, например, россиянин, а это немало количество болельщиков, игроков, в текущих реалиях въехать на Украину, въезжать на Украину очень тяжело, собственно, связано с политической ситуацией. Вот мне интересно, почему взор пал на Украину, и почему они не провели это хотя бы в Белоруссии или в России. В Белоруссии был отличный опыт в Минске со Старладером, все были довольны. Как вот, как я говорил, в России был эпицентр. А, крутой турнир и по КСУ, и по Доте. Ну вот, скорее всего... В этом круто. Отчасти и дело, что посчитали, в России уже есть эпицентр, как бы, да, и вроде бы говорили о том, что в 2017 году будет продолжение, какие-то другие там турниры той же серии с такими же большими призовыми и известными командами. А на Украине этого нету, тем более, что очень много людей, скажем так, причастных к организации и вещанию Dota 2, оно все-таки из Украины, и возможно есть какое-то лобби, которое как бы это все
промашнило. Ну, увидим, как это, да. Как это все будет делаться, какой будет фидбэк и что, собственно, из этого получится. Ну и последнюю такую вот кратенькую новость. Опять же, регулярно выходит обновление в Доте. Последнее обновление было 4 дня назад, такое относительно крупное. Были исправлены ошибки, были пофикшены, в частности, модели героя Оракла, пофикшены в косметические шмотки, исправлен цветовой фон, индикаторы здоровья, вот такие вот штучки, исправлены ошибки интерфейсов, героев, пофикшены аурис, плюс некоторые способности героев. Ну и самое, наверное, главное в игре была добавлена возможность поставить лайк статуэтке. Это, наверное, самое главное обновление. Как-то так. Ну, обновление это выходит регулярно. Там некоторые по метру, по 2, по 10, по 20, в частности, они связаны с тем, что при переходе на новый клиент огромное количество шмоток, а как мы знаем, шмотки — это неплохой доход Valve, неплохой доход для игроков и для комьюнити. Их нужно чуть-чуть переделать, адаптировать под новый движок, так как Dota перешла на новый движок, называется Dota Reborn. Все помним, rest in peace, старая Dota, как говорится, и Valve потихоньку фиксит. Ну и плюс некоторые жалобы от игроков. Ice Frog регулярно читает Reddit, фиксит там модельки, фиксит какие-то неисправности, кто-то находит какой-то баг, собственно, этим все хорошо. Что касается остальных трансферов, как Неонав сказал, есть межсезонье. Для меня это в частности шок, потому что есть 3-4 мажора плюс интернешнл. Я думал, что будет более решафлов. Но это круто, когда коллективы решафлятся поменьше, более-менее все приходит к стабильной сцене. Если мы сравним все то, что было до этого 5 лет назад, да, и даже 6. В частности, вот эти после интернешнлские решафы, так как тогда не было ни мажоров, и особо крупных турниров был один интернешнл, и люди жили буквально только для того, чтобы попасть на интернешнл и урвать куш, то бишь сорвать куш, попытаться выиграть его, а если не выиграть, то занять неплохое место, чтобы там каких-то пару десяток тысяч долларов вам упало в карман. Что касается турниров и прочее, единственный турнир, который сейчас проходит крупненький, это как раз таки третий сезон Star Ladder iLeech Star Series Season 3 с 300-тысячным призовым фондом. One Finale сейчас проходят, это в Шанхае, в Китае. Можете как раз посмотреть наше событие на главке, спойлерить особо не буду. Посмотрите сами, игры интересные, вот сейчас как раз идет Grand Final своего события. Будет потихоньку заканчиваться. Собственно, предлагаю вам ознакомиться с результатами внутри нашего события. Из мира Dota это, наверное, все. Так как есть межсезонье, и все по чики-пуки, все тихо. То бишь, нечего особо добавить. Передаю слово как раз таки коллеге Неонавту. Все чики-пуки. Итак, мы закончили с Dota 2. И теперь передаем слово Андрею, нашему редактору, кстати, по Доте, но он нам расскажет о Counter-Strike. Итак, Андрей, тебе слово. Так, ну что, у нас эта неделя выпалась довольно активная на события по Counter-Strike. Ну, во-первых, стоит упомянуть о российском хакере, который немножко поприветствовал компанию Valve, из-за чего один из главных разработчиков программы по отлову читеров Counter-Strike Global Offensive, главный разработчик после чего покинул свою позицию. Да, я думаю, многих затронул этот факт, что боты, которые приносят с собой вакбаны, залетали в лобби. Но ничего, российский хакер дал всем показать, что нужно считаться с мнением комьюнити. Ну а также у нас недавно ж прошел, что касается турниров, недавно прошел, можно сказать, не мейджор, а как бы это так сказать, DreamHack Master Las Vegas 2017, на которой команда Virtus.pro заняла первое место, отомстила над датчанам из Astralis. И отомстила также команде SK Gaming, показала, что они
все-таки достойно были выиграть мейджор. Также Таз, один из капитан команды Virtus.pro, получил Mercedes в награду. Ну, я думаю, кому будет интересно, тот погуглит информацию по этому поводу. Ну, а по турнирам сейчас вот, сейчас активно идет ESL Pro Liga 5 сезон. Все команды борются. Вот по турнирной таблице сейчас лидирующую позицию занимает команда MoSports. У ребят 5 побед, 1 поражение. За ними идет сразу команда Team Envious, который совсем недавно в очередной раз присоединился Scream. Я думаю, всем известный игрок еще с бородатых времен. Ну, серьезное имя, я думаю, те, кто в курсе про Counter-Strike Global Offensive, да и вообще про Counter-Strike, думаю, этот никнейм знают. Да. Также вот немного How to Work, они обновили статистику по командам. Если раньше команда Astralis имела 1000 поинтов и уверенно занимала первую позицию, сейчас они, конечно, тоже находятся на первом месте, но скатились они очень сильно. У них теперь 919 очков, а прямо преследуют их поляки из Virtus.pro, у них 914. Также вот заметно сместились некоторые СНГ-команды. Ну, в целом, если говорить про таблицу топ-10 лучших команд мира, первое место занимает Astralis, потом идет Virtus.pro, следом SK Gaming, потом датчане из Норф, на пятом месте команда Natus Vincer, на шестом месте команда Ninja in Pyjamas, хотя, как по мне, это чересчур их подняли. Также вот заметно вот команда Gambit, они поднялись на несколько ступенек, теперь они на седьмой позиции, хотя, я думаю, те, кто болеет за Зевса, бывшего капитана команды Natus Vincer, он сейчас в Gambit Gaming, у них там назревает или уже назрел небольшой конфликт. Они подписали молодежный состав, в котором присутствует один человек, которого ранее Зевс обвинил на своих турнирах в читерстве. Он, ну, как по словам Зевса, игрок использовал сторонние программы, и Зевс грозился о том, что игрок больше никогда не будет выступать на профессиональном уровне. Интересно, чем все это закончится, учитывая то, что два игрока этих находятся под крылом одной организации. Я думаю, будут интересные события. Ну а так, в целом, также проходит еще один турнир СЛА Лига Старсирия. Третий сезон европейская квалификация. Но из больших претендентов, к сожалению, на нее нет. Единственное, можно сказать, что Асицилиан и еще один игрок, они присоединились к команде Tricket. Ну, скорее всего, это будут фавориты этой европейской квалификации, так как, скажем так, другим командам явно с ними будут состязаться такие ноунеймы, поэтому я думаю, даже нет смысла называть эти команды, думаю, это будет уверенная победа для Tricket. Но так, в целом, это, наверное, были самые яркие новости этой недели по Counter-Strike Global Offensive. Думаю, впереди нас будут ожидать много хороших моментов. На How to Work как раз Торин, известный комментатор и аналитик, он выставил свой рейтинг команд, которые не выигрывали мажоры. Как по его описанию считает, что Natus Vincer можно назвать топ-командой. Странно это слышать от аналитика, когда на How to Work Natus Vincer находится в топ-5 команд. Ну, думаю, не будем холиварить за команды, поэтому я думаю, в дальнейших, на ближайших турнирах, учитывая, какая активная борьба идет сейчас на ESL Pro League, то, думаю, нас ждет серьезная заруба. Команды сейчас активно потеют, и вот, думаю, когда следующий матч уже... Ага, это уже будет, наверное, плей-офф стадия. Думаю, нас сильно порадует, поэтому следите все за новостями, активно следите за каналом Good Game. У нас будут в скором времени активно писаться новости по Counter-Strike Global Offensive, так что будем в курсе всех событий. Антон? Отлично, Андрей, спасибо. Итак, мы поговорили обо всех киберспортивных новостях этой недели. Самое время прощаться.
всем пока, до следующей недели, до следующего выпуска. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока, оставляйте позитивный фидбэк, и не только. Нам это важно. До скорых встреч. Ну что, ребят, до новых встреч. Было приятно пообсуждать последние события киберспортивного мира. Всем пока. А ведь сегодня, если я не ошибаюсь, прощенное воскресенье. Все правильно. Прощаю вас всех. Всех вас прощаю. Все будет хорошо. Да. Я пользуюсь случаем, я не знаю, мне некого прощать. Я у всех прошу прощения, ребят. Представляете, как Соник фототопился, он мог бы вот прям подгадать, прям закомбэчить в прощенное воскресенье. Опять ну, ты возвращаешься к этому, что такое? Да, я не знаю, просто Warcraft, он никогда меня не... Прощаю всех воллеров, ГГ. Не отпустит. Да. Всем всего хорошего, прощайте, будьте прощенными и не делайте вещей, за которые вам потом нужно извиняться или просить прощения. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания. Да, все, кто поставит минусы, мы прощаем. Всем пока.